Надежда и будущее Отечества. Самарские кадеты торжественно открывают детский праздник во дворе на улице Никитинская. На спортивной площадке и дети, и их защитники. Десантники демонстрируют мальчишкам, как надо обращаться с настоящим оружием. А рядом в тени всех жителей угощают солдатской кашей. Яркий праздник вместе с жителями и управляющими компаниями организовал общественный совет микрорайона. Посильную помощь оказываем. Вот полевую кухню привезли. Вот. Значит, организовали там сборку, разборку оружия. Ну, в общем, свою часть работы патриотической, военной закрываем. Мы очень хотим, чтобы лето детям принесло радость. Мы очень хотим, чтобы общественный совет и члены общественного совета помогали и людям, и жителям, и детям в том числе. Дети – это наше будущее. Верность долгу и родине, пример, на который равняются юные патриоты. 7-летний Костя мечтает служить в воздушно-десантных войсках. Очень хочу быть таким же, как мой папа. Я учу команды, отжимаюсь и приседаю. Патриотическое воспитание и, конечно, просто веселые игры, где девчонки могут проявить себя. В этом дворе День защиты детей отметили дружно и дети, и взрослые. Двое внуков, они вот радуются, я больше их радуюсь. Смотрите, как скачут. Так весело и с пользой жители проводят все праздники, помогают общественные советы, которые уже планируют, чем удивить соседей ко Дню знаний. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, «События».